Меня зовут Вера, я заместитель директора компании «Литвин Туристик», и сегодня я прилетела для вас в Албанию. Будем смотреть эту замечательную страну вместе, все вам буду рассказывать, комментировать и показывать. Смотрите, пожалуйста, наше видео, ставьте лайки. Ребят, приехали в город Берат, очень красивый город. Видите, сейчас я иду по древним улочкам, спускаемся. Улочки узкие, камни такие достаточно скользкие, поэтому идем аккуратненько. Очень красивое место, очень историческое. К сожалению, не удалось заснять те достопримечательности, которые, по которым у нас была экскурсионная программа, там просто запрещено снимать. Поэтому вот вам рассказываю про это место. Обязательно возьмите сюда экскурсию, будет очень интересно и познавательно. Природа. Ребята, снимаю для вас видео из Берата. Тут так пейзажно, тут здесь так красиво. Очень-очень красиво. Гарный видеоблог. Добрый день. Привет. Добрый день. Вот. Ну, справді все просто не перевезли. Это в лес мой коллега. Скажу, очень красиво. Скажу, а даже я для вас сниму такие речи. Классные а маки. Очень-очень красиво. Ребята, невозможно передать эмоциями, словами. Настолько это пейзажно. Не можем пройти и поворота, чтобы не запечатлеть это на фото. Мы не можем здесь пройти ни одного поворота, чтобы не сфотографироваться. Мы сфотографировали вообще, в принципе, наверное, все, что могли. Очень красиво. Снимаю для вас старую часть города Берат. Я вам сейчас покажу, какая здесь красота. Горы, сосны, еще много других деревьев. Здесь такой прекрасный аромат. Вот большая-большая улочка с ресторанами, кафешками. Очень колоритное местечко. Сюда стоит приехать. Центральная площадь в старом городе Берат. Ребят, мы сейчас пришли в Берате, в очень колоритный ресторанчик. Я сейчас вам покажу, какой из него открывается вид. Надеюсь, оно так будет видно на видео. Посмотрите. Это просто фантастически. Здесь два зала. Наши коллеги сидят вот там. Очень красиво. Внешне, кстати, очень даже не презентабельный ресторанчик, но внутри классный, обалденный. Моя соседка, привет! А сейчас я вам покажу то, что мы заказали. Это то, что мы заказали. По стоимости, смотрите, вот эта вот мясная тарелка и салат. Это одна порция. Объясню, почему мы заказали. Посмотрите, какие они огромные. То есть достаточно этого на двоих. То есть мы даже, скажем так, не парились и заказали одну порцию. У нас в эту порцию входит еще один напиток. В данном случае у нас пиво. И входят вот такие вот обалденные булочки. Да. И важный момент. Вот это вот все дело с одним напитком нам обойдется всего в 5 евро. Ну, второй напиток у нас будет за дополнительную оплату. Очень рекомендую, очень все красиво и вкусно. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока!